Привет, ребята, Ключавто, это Краснодар, Фадеева 350, да, район аэропорт. Сейчас будет очень много интересных видосов, но вот попался Volkswagen, да, Outback. Это Passat в универсале. В ближайшее время будет на него цена, он появится на сайте. 2 литра TSI, 4 Motion, он полный привод. На резине Toyo, на хорошей резине, да, зима, диски. Слушай, ну тачка вообще прикольная, смотрится даже так. Интересно. Он работает, даже не слышно нифига. Толком. Универсал на полном приводе, еще и Passat. Вот, дверь открыта. Буду ждать, да, когда появится цена. Тут есть затяжки на сиденьях. Состояние руля, пробег. 359 тысяч. Тут говорит, подушка безопасности почему-то горит. Надо, короче, смотреть, разбираться и еще узнавать, какая будет цена на него. А так он прикольно смотрится. И вообще сама по себе машина довольно интересная. 4 стеклоподъемника и необычная. У него будет панорамная крыша с люком. Ну, комплектация прям у него жирная будет. С тканевым салоном он, конечно, но смотрите, да, интерес. Отпишитесь в комменты. В ближайшее время он появится на сайте. Я вам туда напишу. Скажу, что, да, по цене. Так. Это все герои прошлых видео. Черная приора была на прошлом видео, но ценника не было. Сейчас есть цена. 225 тысяч за нее, 2009 года. Но она прям такая черная-черная. Ну, штампы обычные, болотного цвета. 9-й год, 225. Пробег 270, два владельца. Кондиционер, передние электростеклоподъемники по комплектации. Смотрите, ребята, думайте сами, решайте сами. Как говорится, иметь или не иметь, да? Черная. Тут Clio он был на прошлых видосах. Вот есть Гранта, она прям свежая. Что-то цена за нее 470, что ли, на сайте она висит. Между прочим, у нее бумажки может-то и не быть. Ну да. Бумажки может и не быть, но на 18-го года. На Якохаме. Тут что-то, блин, много-много бесценных. Либо те, которые вновь прибыли. В этом видео еще покажу Селтос, который был на прошлом видосе, но я его... Но он был бесценный. Так, ну еще, ребят, по новинкам, да, то, что вновь появилось. Есть Шкода, да, рядом люди смотрят Круза. Сейчас смотрим Шкода 475. 10-го года машина. С тканевым салоном, на механике. Октавия 2010 год, 475, бежевый цвет, фаркоп, да, был съемный, розетка осталась, датчики парковки, Октавия Тур, ну, по-моему, ее не было на моем другом видео, смотрю, она тут недавно появилась, 2010 год, дизель 1.9, 105 лошадей, один владелец, пробег 200, дизельная Октавия, как вам? На штампах она с колпаками, да? Фары немножечко припотели. Ну, пробег 200. От одного хозяина дизель. Надо будет, конечно, смотреть. Разбираться, что и как. И интересно, что хотелось показать. Еще здесь есть Королла. Королла тоже недавно появилась. И довольно-таки интересные машины. Их как бы надежно и хорошо берут. На китайских дисках она с такой. С очень сильно поюзанной резиной сзади. Есть примятка на пороге. Такая. Ну, по крайней мере, шпакли не килограмм на пороге. На механике цена за нее 375. Она 2006 года. Три владельца, пробег 280. 1.6 мотор, 110 лошадей. Смотрите, вот Королла, да, насколько интересно будет. Кому? Так, вид у нее неплохой, конечно. Большие диски, она вроде смотрится более-менее. Так, вот там интересно, вот сюда будут такие смешанные обзоры будут. Давайте покажем с того, что есть RAV4. RAV4 в богатой комплектации 13-го года, дизельная машина 2.2. Пробег 200, один хозяин. 1 129 000 13-го года.
Что-то больно много пробега здесь. 1 339 000 16 года. И здесь бензин 2 литра. Привод передний, пробег 150. Один хозяин, 1 339 000. Мне на самом деле больше всего интересно вот эта вот Honda CR-V. 1 189 000 Mazda. С Honda CR-V посмотрим. 1 439 000 13 года. Один владелец. 2,4 литра, 145 пробег. Привод полный, из-под одного хозяина. Ну, тканевый салон, в принципе, тканевый салон у нее нормальный. Сервант, да, в простонародье сервант. Хорошая машина в плане надежности. Эксплуатация. Ну, что смотрю, она здесь одна. Да их на самом деле вообще немного. Их немного покупали и немного их, наверное, продают. 13-й год, 1 439 000. Но если мы смотрели до этого китайцев, да, что там китайцы сейчас за 1 700 000 пытаются продать. На вторичке есть такие автомобили, как Honda. Что здесь? Tucson, да, 1 450 000 16-го года, на бензине 1,6. Прикольно. Автомат, один хозяин. Пробег 89 000, что ли, заявлен. В синем цвете он. Вот Mercedes. Ну, у них там в зависимости от моторов. У них есть проблемные моторы, есть нормальные. Вот 1,4 миллиона. Бензин 3,5, 250 лошадей. Пробег 200, 2 хозяина. Автомат, привод полный. Пробеги, конечно, огромные у них. Очень большие пробеги. X6, Santa Fe. Еще один X6. Давайте пройдемся. Вон, по-моему, Honda Pilot стоит. X6. 1,3 миллиона, 11 года. 4,4, Twin Turbo здесь, 407 лошадей. Полный привод, автомат, 5 хозяев, пробег сотка. Опять будут комментарии, типа, сам ты веришь, что 5 хозяев, пробег сотка, зеленый цвет. Я вам озвучиваю, что написано. 1 389 000 Санта-Фе, 13 года. Дизель 2,2, пробег 100, автомат, 2 хозяина в белом. Нет, это Kia Mahav, по-моему, сейчас посмотрим, его тоже большой внедорожник. Еще один X6 за 1 235 000 8-го года. Mahav 1 375 000 12-го года. Дизель 3 литра, 250 лошадей, 3 владельца, привод полный. 111 000. Прямо, ну он прям огромный, конечно. Джип очень большой. Mahav. Санта-Фе, давайте еще так побольше посмотрим его. На полном приводе. Интересная машинка. Довольно-таки. И тут мы уже все смотрели, да, что тут написано. Как-то был комментарий показать Кодиак. Вот они, Кодиаки, 18-го года. Кодиак, он тут один, не Кодиаки, один. 1,450 лошадей робот. Один хозяин, пробег 67. 1 900 000, двухлетняя машина. Ну, такой Кодиак. Будет в этом видосе все подряд. 1 900 000, 67. Робот. Ну, 1,4 турбомотор, 150 лошадей. Так, что тут есть? Довольно-таки редко встречаются они здесь. Шкода Суперб, Супер-Б, 14-го года за 1 000 000. 2 литра дизель на роботе, 2 хозяина, пробег 186 тысяч. 186 тысяч. Суперб. Так, это Volvo тут 925. 800 Lexus GS 10-го года. Бензин 3,5, 300 лошадей, пробег 196, один владелец, автомат. 800 Lexus, но он, блин, он такой резиненный, дерзкий, ну, на дисках. Так, внешний вид у него. GS 350 AVD. Злющий вид у него, конечно. И пробега у него тоже уже немало, конечно. Поездили. Ну, лошадей. Зажигалочка с кожаным салоном. Но, между прочим, сиденья так
неплохо себя чувствуют, нормальное состояние у них. Не затрепанные, не убитые никакие. Volvo была на моем другом видео, по-моему. Можно пройтись по этому ряду. Раз там все подряд, так все подряд. С немножечко еще будем заканчивать будет. Octavia 819 14 года. 1,440 лошадей робот, два владельца, пробег 143. Вот роботизированные коробки. Многие их боятся до сих пор. Octavia. Знаете, что интересно показать? Ну так вот, да, если пройтись по ряду. Passat был на прошлом видео, вот он 800, он довольно-таки редкий, 14 года. 1,8, 152 лошади, робот, два владельца, пробег 138. Я его показывал, по-моему, не знаю, может кто-то не видел то видео. Посмотрит вот это, диски. По Passat много комментариев, но их не так много. Освещение и опоры. TSI и мотор у Passat. Мазда тройка в хэтчбеке была, Мерседес. Ну, что-то у него тут цена не очень большая, у этого Мерседеса, между прочим. 850 11 года, пробег 270, 7 владельцев. Ну, по-моему, да? Все понятно, 7 хозяев, пробег почти 300. Мерс. Так, это тоже был на другом видео. Ладно, пойдемте уже целенаправленно к РС-ке. РС-ка, которая была на прошлом видео. Мерседес еще один. 1 000 000 рублей почти. А-класс 13 года. 1,6, 122 лошади, робот. 86 тысяч километров пробега, один владелец. Вот что прикольно у этого Мерседеса. Он низенький, довольно-таки низенький по российским дорогам. Но расход топлива у него приятно радует. Робот этот хорошо работает. Он довольно-таки достойно едет. И при этом много не жрет. Вот РС-ка. Ну, это такая, наверное, машина больше для трека. Меган РС, Рено Спорт. Выхлоп такой одиночный у него сзади. Меган. У Асафьева Стаса недавно видел обзор, где он на треке катался по этой, на этой машине. Рено. 2 литра, 250 лошадей. Два владельца по ПТС. Пробег 169. 888 тысяч 2012 года. Ну там в обзоре, по-моему, говорится, что здесь обычный мотор от Duster, который просто турбанули, тюнинг, ну, тюнинг. И он так начал ехать. А так в основном-то это Меганчик, во многом Меганчик. С его дешевизной, тормоза Brembo, Каппин резина. Надо смотреть, ребят, такую машину. Возможно, на ней уже хорошо позажигали. Ну, смотрится он прикольно, РС. Погонять. Еще один Мерс, который был на прошлом видео. Сейчас я его покажу. 1 400 000 он стоит. 14 года, 1,6, 156 лошадей, робот, 4 владельца. Блин, ну 4 владельца, ребят, это довольно-таки много. Ну вот, ребят, такое получилось видео. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Ждите, еще новые обзоры будут отсюда. Пока.